Всем привет! После публикации этого рецепта в моих сторис пришло очень много сообщений с просьбой выложить рецепт. Итак, это вареники с сырой картошкой. Это блюдо научила меня готовить моя свекровь, и оно очень нравится всем моим домочадцам. Нам нужно кубиками мелко нарезать картофель, лук, посолить, поперчить и все это откинуть на дуршлаг, чтобы лишняя жидкость из картошки стекла. Готовим тесто сами по рецепту, который я выкладывала ранее, он есть в YouTube. Раскатываем тесто, выкладываем на тесто начинку, это картошка, лук со специями. Самое главное, чтобы в начинке не было жидкости, иначе вареники могут поплыть. Вареники, видите, получаются достаточно большими, поэтому раскатываем тесто большого формата. Залепляем и варим. Варим в подсоленой кипящей воде примерно 10 минут. Приятного аппетита!